Ко дню Победы телеканал «Катунь-24» запускает рубрику «Огонь памяти». В него войдут мемориальные комплексы региона, посвященные солдатам Великой Отечественной войны. В настоящий момент в Алтайском крае 1047 мемориалов военной славы и памяти. Мы доедем до каждого. Возможно, в этом году мы не все успеем смонтировать и выдать в эфир, но мы уверяем, что жители даже самых отдаленных сел нас увидят. Мы снимем материалы, сохраним их, обработаем. Я думаю, эта работа, во-первых, нам всем очень понравится, но и не оставит равнодушными всех жителей Алтайского края. Барнаул, Бийск, Советский, Троицкий, Залесовский районы и другие. Что представляют собой мемориалы, из чего сделаны, когда построены и кто автор? Каждый день в нашем эфире будет выходить зарисовка об одном из памятников.